Ну что ж, ребятки, снова всем привет, снова с вами Карбончик, и снова, ни хрена себе, вот это неожиданность, мы продолжаем играть... О, там какая-то новая порода. Мы продолжаем играть в... Угадайте, во что? Конечно же, в Lifeless Planet. Вот, с того же места, на котором закончили, интересно, что же за новая порода. Похоже на лед, кстати. Какой-то он синенький, поэтому что-то новенькое. Но около него ничего нету, никаких этих вот отметин, к которым обычно подходим и узнаем что-то новое об этих отметинах. Поэтому, ладно, может они еще встретятся. Наверное, в единичном экземпляре эта штука здесь. А может и в единичном, хер его знает. Ну, пока дальше ее нету. Так, что вам сказать-то? Идем дальше, что еще сказать вот по этим зеленым следам. Той красивой зеленой бабищи. А, вон та порода, кстати. Ее там много, блин. Здесь она безопасна. А может и нет. На этой планете мало чего безопасно. Давайте попробуем запрыгнуть на эту штуку ради интереса. Да нет, вроде бы ничего особенного. Так. Но порода новая. По крайней мере, для нашего взора. Так, куда она пошла? Вот здесь она пошла вроде бы, да? Да, вроде здесь пошла. Она вроде в обход как-то пропиздила. Куда она нас ведет? Может, к шаттлу, блин, чему я реально обрадуюсь. Ну, по крайней мере, за этого парнишку. Я так, ууу, ты выживешь, чувак. Пока что я в этом реально сомневаюсь. Кажется, он сдохнет нахрен здесь, в конце концов. Или еще что-нибудь поприкольнее. Чего будет прикольнее, чем сдохнуть? Какой я все-таки оптимист, охренеть, правда, ребята? Так, ну ладно, что я сейчас как-то тихо стал говорить, наверное, вы там... Уже поднесли свои уши колонкам или поближе под наушники, чтобы... Что ж ты там бормочешь-то себе под нос, твою мать? Как для себя, да? Так. Побанихопим чуть-чуть. Так. Портал. Вот это вот интересно, интересно. Все ведется к логическому завершению, друзья мои. Там автомобиль, что ли? Че, правда? Идите поездить! Да ну нахуй! Да идите, дайте, дайте поездить. Неужели правда машина? Нет, я наебал себя, это не машина, это как плавал, блин. А издалека выглядела как такая маленькая машинка, блин. И... А это пока что так, просто тупое строение, на которое мы можем просто залезть и понять, что это нахер было не надо. Итак, мы просто на него залезем и понимаем, что нахер было не надо, идем дальше. А может это открывашка, кстати? Давайте попробуем поближе. Если М не появится, то все, выходит из шняги. Все, двигаем дальше. Не отнимаем много времени какой-то штуки. Там еще какой-то строй. Воу, там вообще что-то ракета, ракета, ракета. Может на ней улетим? Че, вряд ли, конечно. Так, здесь прохода нет, да. Похоже на строение в Расте, блин. Своеобразное строение. Так, входа в него, естественно, нету, да? Нету. Нет, какая-то лестница там, может, ну, мы можем в него зайти? Или мы должны забраться туда, чтобы потом попасть сюда? Все гораздо сложнее, чем... Все равно, вокруг я это здание обойду. Вот, ну, чисто для личного такого этого. Успокоить свое любопытство. Мышка так дергается. Но это не из-за моей мышки, это вот просто управление. Когда смотришь бок, он начнет отводить быстренько назад. Не знаю почему. Но это ворот. Наверное. Я думаю, что это ворота. Я думаю, что они не откроют. А, вон там вход, сука. Вот это вот уже интересно. Так, ну и как же нам вас открыть? Может, какая кнопочка есть здесь? Там провод какой-то. Видите эту? О! Это панель утроления обесточена. Способ восстановления питания. Ну, ясно дело, чтобы эта постройка не для красоты. Конечно, нам нужно будет туда припиздохать, включить питание, вернуться сюда, зайти и охуеть это увиденного. Так, где у нас есть проход? Вот проход. Нет, нет прохода. Так, с этой стороны мы... А, хотя, против, может, через скалы перепрыгнем. Мы что, в скалу, что ли, воткнули? А, это понятно. Там узор, что ли? Так, тут колбасит сам, дискач! Все это было устроено то, что мы попали на дискач эксклюзивный. Там, наверное, он это, межпланетный, межрасовый и все остальное. Там сейчас гуманоиды... О, не, проход нижний. Гуманоиды колбасятся.
Так, вот штуку нужно принести вам эти камешки, да? Все понял. Что может быть непонятно? О, надо вот на штуке запрыгнуть, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все верно. Так, раз, раз, два. Оп. Раз, два. Раз, два. Где музак-то? Откуда музак-то исходит? Где колбасило? Колбасило где? Так, камешки будет сложно взять, да? Так, М, так, М. Так. О, я взял его. И запихал в текстурочку. Уберем эту штуку пока что. Заберем камешек и пойдем вон туда. У нас не прыгает? Да, вроде бы с ним прыгал. Чего я спрашиваю? Я же прыгал с ним недавно. Так. Так можно было просто так пройти. Нахера я прыгал вообще? На ёбка не игра. А-ля-ля! Это был нежданчиком, господа. Надеюсь, надеюсь, вам тоже. Да нет, вы только ждали, когда я наебнусь. Че, я вас не знаю, что ли? Разве не сюда нужно положить? Не, ну мне кажется... Блин! Ай, как я тут забирать-то буду, блин! Дурак, а кусок. Мне продукт тебя забирать-то буду, сука, ну нахер ты приперся? Блин, просто продукт я тебя заберу его, а? Джесс чекпоинт придется начинать из-за моей глупости. Может, сейчас там еще один появится? Что вряд ли, конечно. Сука! Ну реально придется чекпоинт начинать или забирать его откуда-нибудь. Чекпоинт теперь пойди в ебенях. Ну и ЕМ, естественно, не работает. Так, ладно, сейчас доберусь до туда. После долгих мудений экзекуции, я понимаю, что этот камень очень долго тут никуда не денется, взять у них не получается его. Я уже убегал вон туда, оттуда пытался заспавниться. Да, я спавнюсь потом в другом месте, когда умираю, но когда я прихожу, сука, камень вечно лежит здесь. Я вот не знаю, как это отмотать назад. И вот, ну не новую же игру начинать. Но камень надо забрать. Ну что сказать, стою где-нибудь в уголочке, подожду. Ну, естественно, и вас я это делать. Смотрите, если в уголочке жду, заставлять не буду, это ж глупо будет совсем. Так, простояв тут нехерово долгое время, посмотрим, исчезнет тот камешек оттуда. Сука! Я не знаю, что делать теперь. Может, из игры выйти? Хорошая идея, кстати. Да, я думаю, что все изменилось. Потому что сейчас написано портал. Вот, перезаход в игру, думаю, должен был спасти меня. Начал я вон оттуда. Вот. Я думаю, что перезаход в портал должен был меня вернуть портал в игру. Порталы, блин. Я еще не зашел в него, нихера. Так, вот типа сейчас проверяем. Проход, проход закрыт. Я просто. Я мог сразу туда пойти, но лучше сделаем так, чтобы игра поняла, что я подошел к этой штуке и что мне нужно электричество. Чем я просто пошел, все сделал, а потом подошел к кнопочке. Лучше всегда нажать, понять, что что-то плохо, чтобы игра поняла, что я подошел и проверил. Так, камня там нет. Все, заебись, отлично, вообще прекрасно. Так, теперь мы в этот раз будем осторожнее с камешком себя вести, пожалуй, да, ребята? Так, я вот не знаю, куда его сейчас нужно засунуть. Надеюсь, не сюда. Да вроде нет, там вроде все светится. Так, короче, достаем его оттуда. Так, вот, М. Так. Ага, взяли его, да? Давайте всех лучше проверим. Нет, он бы сразу поместился, даже не нужно было кнопочку отжимать, нет. Нам явно не сюда. Так, все, вырубаем эту штуку. Забери камешек-то, да, забираем камешек. И идем вон к той. Надеюсь, что я все делаю правильно.
Ну хоть, блин, хоть все эти проблемы ушла с этим. Перезаход в игру спас мне. Так, как теперь тут быть, я не знаю. Может, куда нужно вообще отнести в ебеня? Провод откуда идет, кстати, где провод? Провод так, 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 так. И куда он ведет? Скайп, отстань, погоди. Тут важно. Так, куда нужно, куда нужно? Может, он в ту стоялку? Что вряд ли, конечно, но хер знает. Нет, провод и тут проходит. А, и куда уходит вон туда. Зараза. А, так, наверное, вот сюда и надо его. Ну, все верно, да. О, я правильно все сделал, гляньте-ка. Похлопайте меня по головке и скажите, молодец, Карбончик, какой ты тупой, сразу не сообразил. Ну, я просто думал, что эти вот не горят, а то вроде как светилось, и, ну, а эти вообще не функционируют, как я теперь понял. Ну, да, все, вон. Электричество есть. Что же, странно, что он его не бьет. Ну, прикольно, если бы она его так... И на его лысой башке бы сейчас волосы стояли дыбом, которых не имеется. Так, допрыгаем вот отсюда. Дверь открылась. Ура. Заходим. Бля, я ждал большего. Уже же не опасно? Зря, да. Вон там. Сломан. А, все-таки у него есть надежда покинуть эту планету. Так, сейчас будет какой-то текст. Большой. Терпимый. Надеюсь, мы сможем добраться до этого модуля по даче кислорода. Я обнаружил портал, который русские использовали для перемещения между Землей и этой планетой, но он не работает. Кажется, тут произошел какой-то серьезный сбой. Так что я не смогу воспользоваться порталом, чтобы вернуться на Землю. Также у меня заканчивается кислород, но... В нескольких километрах к северу отсюда должен быть еще один модуль по передаче кислорода. Женщина ведет меня в нужное направление, поэтому, если повезет, я смогу добраться до туда и пополнить запас кислорода. Но что? Потом, ладно, все в порядке. Или что-то такое он там вякнул. Так, как нам тут забраться наверх? Хер знает. Что ж, будем думать, как подняться наверх. Ну, наверное, вот отсюда, как это несложно догадаться. Так. Да, несложно забраться кривым ручонком. Так, оп. Давайте, клешни. Хм, нужно подвинуть эту платформу. И как же мы, блять, это сделать? Думай, думай, думай. Так, вон ту верхнюю или какую? Так, ладно, кнопочки тут-то точно нет. Тут нет, тут нет, тут нет, тут нет, верно? Спрыгиваем, ищем кнопочка. О, что-то там сверху есть, кстати. Диктофон, давайте послушаем, что нам скажут. Диктофон всегда люблю, там хоть по-русски базарит. Это жижа вытекшая, это тут плохо, она мне не нравится. По-любому все от нее зависело. В течение многих лет развитие нашей колонии на этой планете зависело от системы порталов. Нам никогда не приходило в голову, что когда-нибудь они перестанут работать. Когда местная растительность вымерла, и жизнь ушла отсюда. О-ля-ля. Надежда, что мы когда-нибудь возвратимся в Россию, к нашим семьям, также погасла. Куда конечно, ложить? Это произошло не в одночасье. С течением времени портал стал постепенно блекнуть. Чем больше мы приспосабливали этот мир для нашего удобства, тем более опустошенной становилась окружающая нас среда. В конце концов, портал начал имитировать окружающий мир и стал сопротивляться. Сначала это были просто небольшие аварии в процессе транспортировки снабжения. Мы думали, что они были случайностью, ведь мы имели дело с лишь недавно обнаруженной... Полагаю, что сюда, не уверен 100%, но пускай положу сюда. Да, слушай. Ужас, навсегда запечатленный в нашем сознании. После этой трагедии Москва совсем прекратила поставки. Нам страшно было даже представить. Не дослушали. Так, я думаю, нам идти сюда, раз нас так развернула сама игра, утёсы. Почему стоит НТП? Сейчас, беги! Осторожно! Фак!
Придется в обход херачиться. Ну, естественно, как всегда. У нас сразу был... Не надо, не надо! Ну, стой ты, сука, криворукий. Правда, я криворукий, а не он. Так. Тут камешка уже лежит, естественно. Так. Тэнкс. Ну вот, вот так надо было пройти. Сразу. Так. Угу. Пэнк-пэнк. Ладно. А тут налево ты и не залезешь, женщина. Фак. Витрина-то какой? Ё-моё, он меня сдувает. Если бы я прыгнул, мне кажется, меня бы сдуло. Хорошо, что я сообразил не прыгать. Давай, давай. 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 Стой, подожди. Сейчас. Наебать меня вздумала женщина. Дерево ебаное. Кустарники херовые. Так. Стой, что? Подожди. Сейчас. Стой, подожди. Сейчас. Даже вот с фразы «стой, подожди, сейчас» они записаны один раз, но, блин, это, хоть бы по-разному интонация, если была бы, а то один раз сказал вот это вот «стой, подожди», один раз записали «сейчас», и все. И потом воспроизводят 10 раз. Гениально, блин. Может, мне тоже так делать? Записать один раз свой голос, так минут на 20-30, как я несу всякую дерьмовую парашу. А потом молча играть в игры, налеплю тебя сверху. Плевай, что это вообще не соответствует происходящему на экране. Давай. 4 раза давай. Ни хрена себе надает. Давай. Ну давай. Давай. Надеюсь, хоть давай наговорил каждый раз с новой интонацией. И один раз написали давай, а потом давай. 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 Нет. Да пошел ты, ебаный Питер. Он Питер, я его ненавижу. Все, мы с ним уже не ладим. Так, простой прыжок. Один раз. Все, один раз. Привычки, блин, двойной прыжок делают. Вообще, как в Титанфолле. Никак это вообще не соответствует всем законам физики. Вопреки всем законам физики, прыгаем два раза, блин. Налево. Лево тут? Нет, лево там. Блин, не помню, где лево, ты, ё-мы. Совсем. Совсем плохой стал. Так. Ё-мы! Меня сносит. Фак. Ай-на-най. Оп. Не надо, там что, вообще, что ли, сквозное пространство? Такой витрина, блин. Ветер — это воздух. Ну что-то имеется, определенный воздух. Просто он не подходит для наших. Ну, вообще, короче, для человека просто не подходит. И все такое, больше ничего говорить. Может, он там пройдет, и я дальше пойду? Только он не пройдет, я уже понял. Ай, не падай! Ну чтоб тебя! Ну что ты за педрило такой, а? Космонавтик. Вот как ты теперь залезешь? Обратно можно? Блядь, ладно, попробуем обратно. Вроде можно, кстати. Космонавтик. Вообще, мне кажется, такие игры нужно делать дешевле. Знаете почему? Потому что они больше копий продадут. Вот вы у меня... Вот, во-первых, игра — это всего лишь лицензионный ключ. Это не яблоко, у вас 10 яблок, вы продали 10 яблок, у вас больше нет яблок. Лицензионных ключей может быть просто бесконечное количество. И поэтому как лучше, если вы продадите, скажем... если бы игра стоила 1000, естественно, никто не захочет покупать. Ну, слава богу, они хоть не 1000 поставили. Я не помню, там 400 или 300 рублей. Как-то вот, варьируется между этим. Вот. И вот если бы они поставили 100 рублей, то покуп... Скажем, смотрите, вот ставят они 400 рублей, да, покупает 5 человек. Ставят они 200 рублей, покупают 50 человек. Так как это 50 человек устраивает цена, они теряют от того, что продали 50 яблок. У них не яблоки. Яблоки у них бесконечные. Вот у вас бесконечные яблоки, вам жопы ешь, как зимой снег продаете. И вот скажите, вам как лучше, 10 человек у вас купит за 200 рублей, за 400 рублей его, или 50 человек за 200? Если 50 человек за 200, у вас бесконечное количество этих предметов.
По идее, не знаю, может там какое-то разрешение на определенное количество ключей, я не вникал, не знаю. Но я думаю, что это можно как-то сделать бесконечные ключи, потому что сейчас игры продаются с 95% скидками, 75% и все такое. Все потому что, блин, пускай старый контент хоть как-то продается, мы как бы не тратимся уже давно на него, а он продается. Это же здорово, блин. Можно одну игру запилить классную, и все, и не париться дальше. Сука, не надо, вот тут не надо сюда. Хотя, возможно, оно сейчас должно как-то это... Точно. Точно, нужно было мостик сделать. Так. Туда не надо, нам отсюда. Вот. Естественно, за, продав 150 копий за 200 рублей, получишь больше денег, чем 10 копий за... 400 рублей. Поэтому выгоднее ставить меньше цены, я так считаю. Но мне кажется, есть какие-то определенные ограничения и все такое. Неспроста все это, неспроста. А то думаете, я такой первый, что так решил, такой умный самый, что ли. В любом есть какие-то но, из-за которых цены высокие и количество копий ограничено, и не иначе. А цены, скидки становятся, наверное, они уже продают по себестоимости, потому что игра уже никак не продается, а ключи как бы уже заявлены, не оплачены, и нужно хотя бы по себестоимости впарить. Так, ладно, вряд ли туда залезу, наверное. Ну, пока не пойдем туда идти, мне кажется, не надо или надо. А хуй сон. Так что мы вроде не запрыгнем, да? Ну, значит, не надо подниматься к той штуке. Вроде бы все кажется, все уже, все, дошел до портала, сейчас нажму кнопочку и полечу, а не все равно что-то, блин. Я не помню, как-то вот были тоже такие интересные игры, когда кажется, что все, сейчас уже конец, и продолжается. Все, вот, конец, выстреливай, и конец, игра кончается. И нет, и... Все продолжается, и продолжается. А-а-а. И он не работает, да? Понятное дело. Так, что здесь написано? Зеленый огонь вымирает, хотя недавний выброс медных частиц в атмосферу после взрыва способствовал замедлению роста растений. Это не могло стать причиной того обширного распространения вымирания, которое мы наблюдаем по всей планете. Возможно, это как-то связано с порталом. Последняя активация была достаточно беспокойной. Такие, также флора и фауна планеты в последнее время стали неустойчивыми. Даже самые крупные виды животных существовав стали гораздо более агрессивными после нашего вмешательства. Боюсь, что мы перешли приемлемые границы, переводя наши эксперименты. Были ли растения всегда такие злые, или они просто сердятся на нас из-за наших неудач? Сердятся они. То, что ты думаешь, сердятся. А, это тут штука ништяк. Теперь, наверное, смогу запрыгнуть, я полагаю, на эту штуку. Может, я не смогу. Или вон на ту хотя бы смогу. Да нет, сейчас должен запрыгнуть, кстати. Башкой уперся, дебил. Так. Опять ты башкой уперся, шайтана. Оп, молодец. Так. Что-то там интересное нас ждет, господа. Что-то интересное. О-ля-ля. Что-то там классное будет сейчас, я надеюсь. Так. И нихера, да? А, нет. Стоп. Откуда что взять? Тут же ничего... А, вон камень. Нет, камня нихера нет, кстати. И что мы должны делать? Там камня нету. Может, мы должны были взять с собой камень, найти и принести его сюда. Так, стоп. Я думаю, что мы сейчас что-то не донесли до отсюда, что-то должны были донести. Го обратно, что сказать. Заметьте то, что стволы дерева держат эту штуку, которую вот вылезли отсюда, они держат ее. Да, я зашел за этой штуки, надеюсь, что здесь эти камешки будут лежать. Зеленые камешки. Ну, не здесь, а вот вокруг где-нибудь. Надо был тот камень, который я тут порол нести до сюда. Это нес бы.
Ага. Вот и они заныкались. Пидорюги. Очень надеюсь, что нужен был всего лишь один камешек. Иначе бы я их просто погрузил бы на ту тележку все три и начал бы... Ну, в общем, я за один заход бы все три взял с собой. Но я думаю, что нужно один, как всегда, остальные так, в запаску, если будешь тупить, но убить и все остальное. Почему там, где их три, я не туплю. С первого раза нашел, где он один, он там в том месте лежал. Я лоханулся с ним. Вот лежал там тоже три, почему бы нет? Я бы хоть не налажал бы. Так, что-то мы тут вот сделали. А, вон там какая-то шняга загорелась. Или надо еще парочку принести? Да не, я думаю, что не надо. Вон та штука, наверное, кажется, она как раз светит туда вот. Да-да-да, луч работает. Все, заебись, идем туда, короче, сейчас. Так, осторожно спускаемся. Так, пойдемте к тому лучу. Куда же приведет нас та дверь, а? Интересно. Ой, как интересно. Так, ну теперь-то я запрыгну сюда со своих 10 прыжков-то, блин. Так. Сейчас они, сука, кончатся. Как только перестанут быть нужными, сразу кончатся. Лично мне бы они всегда были нужны, но, естественно, где можно без них обойти, они тут же вырубаются. Вот здесь вот нельзя, блядь, башкой своей тупой уперся. Так. А. Так. Тут тоже придется поработать с этой штучкой. Так, открываем. Неправильно, неправильно, правильно. Неправильно, правильно, правильно. Как это неправильно? Нужно нажать эту, короче, потом вот эту. Стоп. Это потом отгибаем, перетаскиваем вот сюда, а потом подгиб... Вверх, 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 вверх. Вот. В этот раз пришлось отодвинуть ее. Не была она вместе, одна была в одном, другая в другом, поэтому нужно вот отодвинуть. Но, в принципе, мы справились. Поэтому заходим. Ладно, тут нужно идти дальше. В общем, это я сейчас сказал, конечно, очевидную вещь. Тут нужно везде идти дальше, 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 еще раз дальше. Вот, но, ребята, пожалуй, на этом я опять сегодня закончу. Немножко покороче будет, но просто там дальше очень чувствуется длинное развитие, которое нужно запихать в одну серию. Сейчас либо будет целый час серии, либо будет запихаем в следующую. Чувствуется там дальше интересное развитие будет, вот. Поэтому вот и тут такое достаточно удобное место, чтобы с вами распрощаться. Поэтому, если вам понравилось, так же, кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, ставьте лайки. Те, кто не подписан, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч. Ждите новых серий, оставайтесь со мной. Пока-пока.